Нашу планету населяют самые разнообразные животные. Некоторые виды до сих пор не изучены учеными, и о них практически нет достоверных сведений. Удивительный животный мир на Земле поражает наше воображение. Некоторые экземпляры, словно герои фантастических фильмов, на первый взгляд кажется, что таких чудес просто не может существовать. Но они есть и являются частью экосистемы Земли и очень нуждаются в нашей защите. Очень необычный и редкий ночной зверек живет на севере Мадагаскара. Это руконожка или лемур Аяй. Местные жители связывают с этим животным множество суеверий. Они даже боятся произносить название зверька на родном языке. В действительности, руконожка довольно милый и безобидный представитель рода лемуров. Вес взрослой руконожки около 3 кг. Длина тела достигает 44 см. Главное украшение зверька – пушистый хвост длиной до 60 сантиметров. Руконожки питаются личинками, орехами, фруктами, грибами и даже наростами на коре дерева. Благодаря длинным пальцам она легко достигает личинок из-под коры дерева. Лемур Аяй находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу. Для увеличения численности популяции создаются резервации, где животные находятся под охраной. Самым странным и необычным животным на Земле можно смело назвать трубкозуба. Он не похож ни на одно известное нам животное. Его происхождение до сих пор остается загадкой. Конечности трубкозуба напоминают копытца, тело – кенгуру, мордочка муравьеда с зайчьими ушами и свиным пятачком. Это единственное млекопитающее на планете этого вида. Животное обитает в Центральной и Южной Африке. Трубкозуб – безобидное животное, живущее в норах. Это отличные землекопы. Питается трубкозуб термитами, муравьями, личинками жуков и саранчи, а за сутки может съесть более 50 тысяч насекомых. Во время засухи трубкозубы предпочитают сочные фрукты и ягоды. Несмотря на то, что в природе трубкозуб предпочитает питаться мелкими насекомыми и их личинками, в зоопарках они едят кашу, яйца, молоко и мясо. Трубкозуб ведет ночной образ жизни. В дневное время прячется в норах или лежа греется на солнце. Они медлительны и неповоротливы, поэтому детеныши трубкозуба часто становятся добычей крупных хищников. Аксолотли – редкое животное родом из Мексики, обитающее в пресноводной воде с температурой не выше 20 градусов Цельсия. Местные жители называют аксолотля водяной собакой или драконом и считают его божеством. Животное, по сути, является личинкой амбистомы. Потомки мексиканской и тигровой амбистом страдают неотинией из-за недостатка гормона тиреодина, поэтому они никогда не взрослеют. При этом они достигают половой зрелости и способны приносить потомство. Способность к регенерации у аксолотля не перестает удивлять. Они могут отрастить утраченные жабры, хвост, конечности, кожу и даже внутренние органы. Аксолотли – любимцы аквариумистов. Их несложно содержать в домашних условиях и больших просторных аквариумов с чистой прохладной водой. Питаются животные мотылем, головастиками и дождевыми червями. В неволе может прожить до 15 лет и вырасти длиной до 90 сантиметров. Лемур Сунда – это летающие лемуры, относятся к виду шестокрылов. Это небольшие скрытные животные, ведущие ночной образ жизни. Такое название зверек получил за наличие складчатой мембраны, позволяющей лемуру планировать между деревьями на расстоянии до 100 метров, почти без потери высоты. Шестокрылы умеют хорошо маскироваться и сливаться с корой дерева. Их нелегко заметить в листве. Летающие лемуры очень шустро передвигаются по стволу дерева и крайне редко спускаются на землю. В поисках пищи лемур способен за ночь преодолеть расстояние до 1,5 км. Вес сезонского лемура не превышает 2 кг. Длина тела чуть больше 40 см, а хвоста от 10 до 27 см.
Еще один представитель удивительной фауны Мадагаскара – листохвостый геккон. Это гении камуфляжа. Плоский хвост и туловище с прожилками мадагаскарского геккона напоминают опавшую листву, что значительно увеличивает шансы не быть замеченным и съеденным хищниками. Геккон выбирает себе жилье в опавшей листве под небольшими кустарниками. Поиском пищи занимается в ночное время, а днем может подолгу сидеть неподвижно на кустарнике, изображая опавшую листву. Другое название ящерицы – сатанинский листохвостый геккон. В случае опасности животное открывает красную пасть и с острыми зубами пытается напугать хищника. Или отбрасывает хвост, чтобы скрыться от обидчика. Это довольно крупная ящерица, она вырастает в длину до 30 см. Может быть любого окраса, от светло-бежевого до белого с коричневыми полосками. Это исчезающий вид пресмыкающихся, строго охраняется законом и занесен в Красную книгу. Кабачковая собачка Петерса – это моногамное и территориальное животное семейства прыгунчиковых. Они не имеют ничего общего с привычными четвероногими друзьями. Обитают собачки Петерса в Африке. Они очень ревностно относятся к своей территории. Причем у пары очень четкое разделение труда. Самка выгоняет со своей территории других самок, а самец расправляется с представителями сильного пола. Эти животные не приручаются, практически не приживаются в неволе. Встретить хорбатковую собачку Петерса в зоопарке – большая редкость. Животное обладает острым обонянием, благодаря чему всегда знает о нарушении границ территории и местонахождении самки. Голова и плечи зверька покрыты рыжей шерстью, а остальные части туловища черной. Сильно вытянутая мордочка напоминает хобот. Питается собачка насекомыми, которые находят в опавшей листве. Это животное ведет дневной образ жизни. Ночью устраивается спать в гнездах веток и травы. Броненосец – необычный зверек, обитающий в Центральной и Южной Америке и в Южных Штатах США. Такое название он получил из-за своего твердого панциря на спине, который является средством защиты от хищников. При малейшей опасности броненосец как еж сворачивается в клубок и становится неуязвим практически для всех хищников. В природе насчитывается около 20 видов броненосцев. Самый крупный – гигантский броненосец. Его длина достигает 1.5 метра, а вес – 65 килограмм. Плащеносный розовый броненосец является самым маленьким представителем этого вида млекопитающих. Взрослая особь весит около 100 грамм, длина тела составляет 14-16 сантиметров. Наиболее изученный вид – девятипоясной броненосец. Его тело покрыто костными пластинками, а посередине спины расположены пояски с соединенными гибкой кожей. Питается зверек муравьями и термитами. Острые когти и мощные конечности позволяют им быстро вскрывать термитники и муравейники. Животные ведут ночной образ жизни, живут поодиночке и не приживаются в неволе. В дневное время броненосцы прячутся в своих норах-убежищах. Панголины очень напоминают броненосцев и муравьедов. Их тело покрыто жесткими подвижными ромбовидными чешуйками, а живот, мордочка и внутренняя часть конечностей – шерстью. Интересная особенность. Края чешуи панголина всегда заострены. По мере стирания чешуя заменяется на новую, но при этом количество чешуек остается неизменным. Панголины ведут ночной образ жизни, питаются термитами и муравьями. Вес панголина варьирует от 4 до 27 кг. Длина тела от 30 до 88 см. Эти животные не боятся воды и охотно купаются в водоемах. Но для чистки тела от паразитов используют муравьев. Панголины забираются в муравейник, раскрывают свои чешуйки и дают муравьям кусать свое тело. Муравьиная кислота убивает паразитов. А по окончанию процедуры панголины плотно прижимают свою чешую к телу и убивают находящихся под пластинами муравьев. Волосатая лягушка. Этот вид лягушек обитает в экваториальной Гвинее, Конго, Камеруне и Нигерии.
Об образе жизни волосатых лягушек мало что известно. В брачный период на задних конечностях и боках самца вырастает множество отростков кожи, по внешнему виду напоминающие волосы. Каково предназначение этого украшения, ученые до сих пор не выяснили. Есть предположение, что это дополнительный орган дыхания и осязания. Питаются волосатые лягушками, насекомыми и улитками. Длина взрослых самцов более 10-12 см, а самок около 9 см. Средняя продолжительность жизни этих лягушек 5 лет. Квока – это короткохвостный кенгуру. Обитает в западной части Австралии. Строго охраняется законом. Запрещено не только вывозить животное из страны, но даже трогать его. Это ночное сумчатое животное, которое питается растительной пищей. Живет квока в районах, покрытых кустарниками и травой. Во время засухи может перебраться на заболоченные территории. За свою жизнь квока может родить около 15 детенышей. В помете бывает только один малыш. Как и кенгуру, квоки или валаби вынашивают детенышей в брюшном мешке. В момент опасности самка может выбросить малыша из мешка, чем отвлекает внимание хищника. Таким образом, она выигрывает время, чтобы спастись от нависшей угрозы. Квоки живут стаями, они очень общительные, не боятся людей. Из-за необычного выражения мордочки, квоки получили название самого счастливого животного на Земле. Это очень редкий вид сумчатых, находящийся на грани исчезновения. Валаби охраняется Всемирным фондом диких животных. Вес взрослой квоки достигает 5 кг, длина туловища около 50 см, а хвоста 30-35 см. Надеюсь, вы насладились этим захватывающим путешествием в мир удивительных животных. Не забудь подписаться, а еще загляни на наш канал и не пропустите видео топ-10 самых удивительных динозавров. Приключения только начинаются. До скорой встречи!